Самое ценное, так сказать, мы получили диплом, почетный диплом Национальной академии искусств Украины. Только две кафедры всего получили такой диплом. Это кафедра дизайна Национального лесотехнического университета, который находится во Львове, и наша кафедра. И, конечно же, все рады приветствовали это, и все радовались за нашу школу. Ну, нас в Харькове знают, уважают, ценят и любят.